а также для пожилых, которые в свободное время тоже занимаются изучением корейского языка. Что это все приспособствовало, так как стали они больше проводить времени вместе, создание каких-то добровольческих организаций. Для пожилых была создана не так давно, а первый из них – это, конечно же, молодежь, которая является новым этапом, наверное, и первыми, кто могут... Сейчас, не записывайте. Да, руководит центром «Южная кореянка», ее зовут Ким Йон Сук, а также в центре работают 4 других южнокорейских сотрудника, 2 из них хорошо владеют русским языком. Но, кроме того, в центре присутствует координатор, который Кроме того, в центре огромную роль играет координатор, этнический кореец. Все его знают как Игорь Аджащи, нежели как по его фамилии, либо имени отчества. Он является медиатором между южнокорейской стороной и стороной этнических корейцев Коре-Сарам, так как он знаком и хорошо знает культуру обеих стран. Поэтому при возникновении каких-то вопросов он может как-то все расставить по местам. Свои исследования я провожу с помощью интервью. Кроме того, вторичными источниками служат предыдущие исследования южнокорейских, российских, либо других авторов из стран СНГ, занимающихся проблемой Коре-Сарам и этнической миграции в целом, ну а также другие источники либо статистические данные.